Хорошо, ключ от характера с шинкой. Ключ колбу лучше не дай, да. Давай, давай, давай. Дальше уже умный план, да. Досы спот Иван ата. Арқада мына тыштық байке, бектен байкелер. Дам телефон. Сөйлеп тұрғандарды қаласа. Салам алейкум, туғандар, дейхандар. Біз көптен бері ролик шығарбай қалдық, азыр өз Россия жергезінде жүрөбүз. Командабыз менен келип клубника сезон бүттү, эми Малина көчөт сезонго келди. Ошого бул жактагы жакшы-жакшы питомниктерден келип көчөттөрдү карап жүрөбүз. Мына ушул питомникте бизге жагып атат малиналары. Анан азыр кыдырып малиналарды көрүп былтыр анча-мынча өзүнүн катачылыктары болуп калган, документ боюнча көйгөйлөр болуп кичине машинабыз кармалып ошондон көйгөй жаралып анча-мынча туугандарыбыздын көчөттөрү көктөбөй калган учурлар бар. Азыр буюрса ошол көчөттөрдү компенсация кылып беребиз. Кыжаалат болбогула, быйыл көчөт заказ кылабыз десеңер мына ушул көчөттөрдү алып барабыз. Бул малиналар эмне себептен биз ушул Полька Палана деген сортторду сунуштап атабыз. Себеби дегенде булар азыр мына Россияда деле бул жерде жана переработкага кайра иштеткенге, тоңдурганга ушул малиналарды көп алышат экен. Биздеги дагы малина ушунчалык көбөйүп аткандыгына байланыштуу биз дагы ошол кийин переработкага өтөбүз деп ошон үчүн ушул сортторду сунуштап атабыз. Бул сорт азыр бизде Бишкекте малиналар бүтүп баштады, бирок могу жакта эми малина мына өзүнүн күчүнө кирип берип аткан учур экен. Карасаңар тугандар, мына урожайын карагыла. Сынбайт дагы экен да. Мынакей сонун өмөлөптүр. Мына буну атайын көчөткө деп коюу таштаган экен. Коюу таштаганда дагы мына терип урожайында сатып алыптыр. Могу 2 гектар жерден ушу көчөткө калтырган учурунда дагы 18 тоннанын алдым дейт. Дагы ошондой гектарына 9 тоннадан уже териптир. Дагы бир ар бир гектарынан 12-13 тоннадан айландырсамбы деп планда атыптыр. Мына малина сон. А бизде муну монтип коюу калтырбайсыңар туугандар. Муну суюлтуп туруп моундай столдор жоон-жоон болуш керек. Суюк калтырып туруп жакшы уход берип карасаңар моундай. Бул полька деле коюу болсо жерге жатпайт экен. Анан суюк болуп жакшы мөмөлөй турган болсо жерге жатып калат экен да. Малина сон. Ошол туугандар, экрандагы номерлерге байланышып азыр дагы Ваня менен сүйлөшүп маалымат беребиз. Экрандагы номерлерге байланышып биздин балдардан консультация алып көчөт заказ берсеңер болот. Ваня, мы для своих фермеров хотели вот короткий ролик с ними снять. Почему вы вот густую оставляете? У нас потому что у нас фермеры убирают лишние. Или... А я вот так оставляю, количество урожая больше. Больше и будет? Да. И просто кормление больше, удобрения. А и все. Сколько тут капельных лент есть? 2. Хватает? 2 хватает. И вот 1,20 м ряд шириной получается. И 2 человека вот собирают, вот так достают. И все. Вот. 1 человек с той стороны, 1 с этой. Ну если вот... Маленький убрал бы, то еще... Крупнее ягода была. Да, крупнее ягода. Была бы ягода, да. Да. И еще ты саженцы продаешь? Да. И такое, это молодая рассада на саженцы. У нее корневая, все будет хорошее. Хорошее, да? Конечно. В этом году как урожай? Шикарный вообще. Еще и зеленой полно, сам видишь. И урожай с 2 гектар более 18 тонн уже снято. 18 тонн? По 9 тонн.
Ну, уже по 9 уже реализована ягода, да. Сейчас сколько можно примерно собрать? Ну, вот сейчас собирают 400-500 килограмм в день. Я думаю, 3-4 минимум еще можно собрать. 10 дней если пособираю. Так, 18 еще 4. 11 тонн с гектара. С гектара, да? Да, получается? При вот такой посадке. Это сорт Фольга, да? Да, да, это полька. Ну вот сами смотрите, сколько еще зеленой ягоды. Вот это все еще собираться будет. Вот здесь еще даже верха не начали спеть. У нас, у наших фермеров, такое понятие. Польку надо шпалера? Нет, ну сам видишь. Нету полана без шпалера, говорят, там стоит. Вот прямо стоящая, ни один кустик даже не сгинается. Вот может, ягоды... это из густоты? Нет. Это из-за того, что наоборот, я насколько знаю, полану вроде как со шпалера сажают. Со шпалерой, да? В том году даже малина была вот так выше. А может, у тебя полана? Нет, точно не полана. Вот даже пойдем посмотри, которые с ягодой, они даже не наклоняются. Зачем им шпалеры, зачем им нужны вообще даже? Где редукторы? Вот этот саженец, откуда ты приобрел? С Польши. С Польши. С Польши. Да? 9-й год вот они у меня растут. Mm-hmm. Я сам лично заказывал, транспортная компания, все, мне пришло 1200 штук. Потом я расширил и пересадил сюда. Сначала один гектар, потом другой гектар. Вот, она прямо стоящая, все, хоть с ягодой, хоть без ягоды, да. она не ложится вообще. У тебя из-за густоты вот мелкая стала, да? Ну, это уже и сбор отходит. Было А-а-а. Крупнее, конечно. Уже сборы уменьшились. Туанда, бізде малинаның бағасы азыр көтерді, 300 сом болады, бұларда 180 сом екен. Біздің дейқанда 180 рубль. Біздің дейқанда түйін солады. Себебі дегенде бұл жақта бардық нәрсе ұйыштырылған емес. Өздерінің бұяқта розничный точкаларда сатышады екен. Базардағы немелерге. Хорошо. Аптабектерге тапшырады екен. Біздің дейқандар түйін солады. Біздің дейқандарда мұндай малина болса, азыр 350-ден деп тырышмақ. Да? Ну, сейчас, да. Поначалу кислая была. Вот она даже, смотри, Тим, с ягодой. Mm-hmm. Даже она не наклоняется. Какая? Вот. Смотри еще, сколько зеленых. Зеленых, да? Сколько еще. Вот, везде. А вот вообще еще спеть даже люди. Не начало. Люди. Это с 1 августа здесь начались сборы уже. Mm-hmm. С 1 августа уже нормальные сборы. Такие килограмм по 200 начали собирать. 180, 200 и каждый день выше и выше. Сейчас уже меньше становится. А это люди почем собирают килограмм? 60 рублей килограмм. В этом году 60 рублей уменьшится, когда уже тогда... А в прошлом году какая цена была? На малину? Не-не-не, сбор. На... Сбор 50. 50? Да. В этом году подорожало, да? Да. Цена упала, сбор... Сбор подорожал. Затраты все подорожали. А... Это уже вот как третья волна получается. Две волны здесь цветения уже прошло, как бы собрано. Из-за чего цена упала у вас? Даже не знаю. За границы начали везти ягоду. Наверное, из-за этого. Из-за границы в Россию? В Россию. С Украины оттуда им девать некуда ее. Они хоть как-то реализовать привозят на переработку. А Россия с Украиной воюет же. Наоборот, все равно, нефти и ягоду покупают, что ли? Да, левым путем покупают. С Польши даже покупают. Им девать некуда реализовывать. Они везут в Россию, типа это российская ягода. Ну, подделывают документы и реализовывают. Из-за этого. И завод, переработка, большой завод только один. Ну, который я знаю. Переработка, они что, замораживают или? Ну, они уже замороженную берут, перерабатывают, дробят на грис переработку. И экстра, которая целая ягода остается, когда качество хорошее идет, без дождей, без ничего. Они тогда целую фасуют по пакетам и на розницу продают. Магнит, Пятерочка, вот, в сетях, в магазинах. Здесь, видишь, уже, которые первые были, верха уже собрали, уже низа только остаются. Ну и снизу, а видишь, до самого низа. Сонкины? Ягод. Разар? Да, мы заливаться. Да, мы сонны ликим,
Россияга салыштырмалуу ягода биздин келечеги сонун көрүнөт атат да. Азыр кара булардын дамы деле сонун экен. Беки, суу жетип булардын азыр баасы арзан. Баасы арзан малина. Ооба. И сбор кымбат. Ооба. Булар жакында малина менен иштебей калат го дейт. Дагы булардыкы кеч пышат дагы, анан бышып успеть этпей калат. Кто заморозкой будет заниматься, вот посмотри, какая плотность ягоды. Mm-hmm. Абсолютно сухой срыв, все. А на полане такого нету срыва. Вот. А полана для заморозки не особо, что ли? А у нее, когда срываешь, вот здесь бывает, собирается вода. А и она тогда целиком замерзает. Не очень подходит она для заморозки. Сейчас ягода должна быть именно сухой, да? Сухой срыв должен быть, mm-hmm. вот так. Тогда и в ведерках вот собирают, она сухая получается. Для холодильника она хорошо. А у поланы вот так она чуть стоит, сок пускает. И у нее ягода более круглая, не вытянутая. Вот, Иван, что вы посоветуете насчет приживаемости? Да. Может, это с почвой связано, может, с pH-ом связано, может, с CC? Может, постараться уменьшить pH надо. Какой pH должен быть? 5,5 до 6. До 6. То есть это не всегда зависит от саженцев, да? От фермеров тоже зависит? Все, конечно. У меня бывает посажу вот 100% приживаемость. В том году люди взяли, у них слабая приживаемость. Хотя саженцы с одного и того же места, с одного и того же ряда. Взяли вот здесь у нас, посадили. Ну, у них плохо приживаемость. Везде азер. Вот это плохо, то, что верха то, что собрали. Биздикилер болгондо муну сонун кылып чогулту алмак. Булар адам да жок, тере албай жатыр да. Булар да рабочий мында проблема. Бул жерден көчөт дагы сатат экен. Ошого коюу кылып таштап салыптыр да. А так эки ряд кылып туруп, бир экиден муну суюлтуп, жакшы суугарып карай турган болсо мунун бою дагы өспөйт. Анан кийин бул жана салбаңдап жатмак да. Бул так оно вот это пока соберут, потом вот это спеет следом, он так потихоньку ловит. Менин оюмча. Булар мындай мой кою. Такой-то удалось. Ну, сборы уже упали. Ну, все равно. Удалось, то прям я эти фотки присылал, прям ряды как раз. Ну, вон хорошие тоже ряды. А бурьян вот это. Никогда не был. Был вот это, что я перекопал, понял. А так майдан уражаем. Меня убивает это. Майдалар на тех людях. Сон нелёг вот подъем был. Монтип жерге жатып калыптыр. Это не собирали ложиться, видишь, когда вовремя собирают, стоит хорошо. Ну и калибр упал. То прям вот такая была ким. Вот так ягода была прям отборная. Уже все равно мельчает. Красное золото жалко сыпается. А на пол сыпется, видишь? Да. Когда ветер дунет, вообще вот это сыпется вон везде, видишь? Не хватает людей. В том году такой проблемы не было. На. Жалко. Да. Просто уже, не собирали уже. Уже она не переспелая. Да, уже переспелая. Уже она только на переработку, уже на рынок она не подходит. Ну, хотя уже малины немного стало и берут. Жалко. Вот человек с утра до вечера сколько килограмм собирает? Ну, кто хорошо собирает, 50 килограмм собирает. Да. Если с 8 до 50, если по 60 килограмм. 3000. 3000 в рублях. Да. Можете помочь с работой? Вот.
Это вообще было бы замечательно. Я бы жилье даже предоставил бы. Вот, смотри. А у вас цыгане нет, что ли? Есть. Вон девчонки работают. А, цыганы, да? Да. На. Малина сонка. Ушел туғандар. Бүгін. Смотри, зеленый сколько. Еще. Атайын Россияға келдік. Поляларды көріп кетейді. Шапка қылып қолды. Саженцы, видишь? Алды өсіп қойды. Я корневую два раза пролил, полечил. Болды ғой дейді? Все стебли чистые.